Нурсултан Әбішұлы Назарбаев. 2011 год. Очередное вступление Нурсултана Назарбаева в должность президента Казахстана. Его коротко, но емко именуют лидером нации. Ельбасы возглавляет Казахстан третий десяток лет. За это время в стране расцвела диктатура и прочно обосновался культ личности. На мировой арене на Назарбаева поглядывают с укором. Править столько времени и в таком возрасте уже неприлично. И чем больше будет этих сроков, тем больше будут, тем более гротескные формы будут принимать это, этот подхалимаш, это установка прижизненных памятников, переименование объектов, там появление там целой сети Назарбаев университетов, лицеев, колледжей и так далее. В этом отношении в Казахстане с этим сейчас, к сожалению, ничего поделать невозможно, если только сам президент не опомнится и не решит эту проблему, но маловероятно. Сам президент упивается лестью, проблемы ее не считает. Одна загвоздка. Нурсултану Назарбаеву 74 года. Западная пресса стала все чаще замечать, как постарел Ельбасы, возраст которого не спрячешь на фотографиях без ретуши. Назарбаев все реже появляется перед публикой, все меньше проводит незапланированных встреч и все больше старается отдыхать. Если увеличить фотографию, будет еще виднее, как постарел Нурсултан Кровавый, какой стала бугристой и нездоровой его кожа лица, какие тяжелые мешки под глазами и насколько обвисло само лицо, несмотря на пластические операции. Похоже, Карим Масимов не зря торопится со строительством национального пантеона. И постановление, соответствующее с поручениями акимом Астаны и области, подписал, и миллиард тенге на благоустройство и подведение коммуникаций срочно выделил. Уж он-то точно в курсе здоровья шефа. Проект национального пантеона, в котором захоронят Назарбаева, общественности еще не показали. Говорят, на доработке. В том, что это очередная прихоть старика, который хочет оставаться великим и после смерти, никто не сомневается. Мы не так часто видим по телевизору Назарбаева, как в советское время видели Брежнева. Если бы видели так же часто, то, может быть, и про него было бы столько же анекдотов. Политик Серикбалсын Абдельдин на 2 года старше Нурсултана Назарбаева. Патриарх казахстанской политики при честных демократических выборах имел бы все шансы возглавить Казахстан, но таких процессов не случилось. Абдельдин по себе знает, что с возрастом теряет человек и почему так важно вовремя уйти в сторону и дать дорогу молодым. 75 лет – это довольно тяжелый груз для того, чтобы управлять государством. Хотя многие говорят, что китайцы там к руководству поднимают только людей после 60. Но китайская специфика управления государством совсем другая. Поэтому наш руководитель должен просто сам осознать все это и подать в отставку. Причин подать в отставку, помимо солидного возраста, у Нурсултана Назарбаева более чем достаточно. В рейтинге свободы слова в СМИ Казахстан занимает 175 место из 197 стран. По уровню развития демократии Казахстан находится на 137 месте из 167. Зато по уровню коррупции республика даст фору большинству стран мира. И всему виной Ельбасы и созданная им система управления государством. Что касается возраста президента этой большой страны, то это у нас оговорено законами, о которых вы знаете. Поэтому можно сказать лишь то, что страной управляет президент и управляет система, созданная президентом и его окружением. Поэтому здесь не слишком важен фактор самого Нурсултана Абишевича, хотя он является приоритетным в этом плане, может быть, на 3/4. Последние годы в Казахстане только и говорят, что о возможном преемнике Назарбаева. Возможными кандидатами называют и премьер-министра Карима Масимова, и министра обороны Имангалита Смагамбетова, и зятя лидера нации Тимура Кулебаева. Те, кто знают его хорошо, говорят, из-за корды президент уйдет только ногами вперед. Во-первых, я хотела, конечно, сказать, что, конечно, возраст играет роль, но и, конечно, играет роль, как человек себя чувствует.
Но в любом случае закон природы таков, что как бы следующее поколение уходит, приходит новое поколение. И вот этот закон преемственности, естественно, ну, должен как-то гармонично протекать. Естественно, старшее поколение должно опыт передавать, да, советами помогать. Но в то же время, как говорится, всему свое время. Назарбаев слишком стар, чтобы не понимать, что всему свое время. Говорят, Ельбасы надеется передать власть своим сыновьям от третьей жены Асели Сабаевой. Информационному порталу «Республика» удалось опубликовать копии паспортов наследников престола и теневой первой леди. Кстати, одного из этих мальчиков видели рядом с Нурсултаном Абишевичем на хоккейном матче. И вполне возможно, что в Казахстане станет править династия Назарбаевых. Слишком велик запас народного терпения. Глупость, темнота, дремучесть. Вот я бы назвал пещерная психология. Желание, нежелание или неумение, и то, и другое. Но общим знаменателем я бы сказал пещерная психология. Критиковать все пещерное сознание. Критиковать, и на мой взгляд, совершенно справедливо, ну, все, что видят, все, что есть. И при этом заявлять, что Назарбаев для них свет в окошке. Оппоненты Назарбаева не раз предрекали ему скорую смерть от страшных болезней. Ельбасы жив и, по всей видимости, успеет простудиться на похоронах своих злопыхателей. Лидер нации, видимо, во время своего хаджа в Мекку просил отнюдь не благоденствия для страны, а скорейшего изобретения эликсира молодости для себя, любимого.